Халық зор ол, кішілі ол, дәртілі ол, маңылы ол, әдіп ол, шағыр ол. Ғабдулла Тоқай. Хайырлы күн, исәнсіз мөхтәрәм қонақлар, хөрмәтле дуслар. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Приветствуем всех участников межрегионального поэтического конкурса «В мире поэзии» «Шевриат Денесында». На протяжении ряда лет при поддержке общественных организаций этот конкурс шагает по Самарской земле. В этом году его организаторами являются Самарская областная татарская национальная культурная автономия и Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслак Дружба» при поддержке благотворительного культурно-исторического фонда «Булгарское наследие», татарской национальной культурной автономии города Самары при содействии Всемирного конгресса татар и государственного казенного учреждения Самарской области «Дома дружбы народов». Вот и подошли к концу конкурсные прослушивания. Более 500 талантливых чтецов приняли участие в конкурсе и прислали нам видеозаписи своих выступлений. Богата и разнообразна география наших участников. Это республики Татарстан, Башкортостан, Крым, Чувашия, Пермский, Приморский, Красноярский край, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская, Челябинская, Астраханская области, город Москва и даже Чехия. Конечно же, все участники очень старались. Несомненно, переживали, с нетерпением ждут скорейшего оглашения результатов. И сегодня, буквально через несколько минут, вы уже услышите имена победителей. Но прежде позвольте предоставить слово для приветствия председателю правления исполкома Самарской областной татарской национально-культурной автономии Гарланову Анверу Имрановичу. Исәнмесез, кадерле дуслар! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас от имени Самарской областной татарской национально-культурной автономии, а также от лица всех общественных организаций, которые выступили соучредителями межрегионального поэтического конкурса «В мире поэзии» «Шегрият Денесында». Участие в этом конкурсе – наш с вами вклад в сохранение татарского языка и национальной культуры татарского народа. Желаю успехов и побед. В добрый путь! Думаю, всем интересно, а кто же прослушивал все номера участников? Кто радовался исполнительскому уровню конкурсантов? Конечно же, наше профессиональное и беспристрастное жюри. Файзулина Нурзида Ахмедзянова, заслуженный учитель Республики Татарстан, награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», с основания школы Яктылык работала учителем татарского языка и литературы, а также учителем татарского языка Татарской воскресной школы при школе Яктылык городского округа Самара. Багаудинова Альфия Рифкатовна окончила Казанский государственный педагогический университет в 1991 году по специальности «Учитель татарского языка и литературы». Почетный работник общего образования Российской Федерации с 2011 года. Стаж работы 40 лет. Ветеран педагогического труда Российской Федерации. Гелязева Фания Нурсахиевна, заслуженный учитель Республики Татарстан, ветеран труда Российской Федерации, победитель приоритетного национального проекта «Образование» 2007 года, почетный работник сферы образования Российской Федерации, учитель высшей категории татарского языка и литературы, русского языка и литературы школы Яктылык. Варфоломеева Ильмира Мугамаровна, главный редактор областной татарской газеты «Бердамлек», призер конкурса журналистов на призы губернатора Самарской области 2013 года. Салимгареева Гузель Аминьякзямовна, учитель русского языка и литературы высшей категории, руководитель кафедры учителей русского языка и литературы образовательного центра «Южный город» поселка Придорожный Волжского района, корректор газеты «Народная трибуна», член региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области». Слова приветствия и пожелания от лица нашего замечательного жюри вы услышите в ходе нашего гала-концерта.
Ну что ж, думаю, что именно сейчас настал тот самый долгожданный, самый волнующий момент конкурса – церемония награждения, вернее, объявление результатов конкурса. Диплом участника межрегионального поэтического конкурса в мире поэзии Шигринят Даниасанда получают Имамуддинов Ислам, среднеобразовательная школа поселка Муслюмово, Челябинская область. Гемадеддинова Мадина, детский сад «Березка», село Кунашак, Челябинской области. Галеев Самир, среднеобразовательная школа поселка Муслюмово, Челябинская область. Мажитова Айлина, детский сад «Березка», село Кунашак, Челябинская область. Гафиатулина Азалия, детский сад номер 35 «Дельфин», город Бугульма, Республика Татарстан. Ахмадеев Айнур, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Кириенко Кирилл, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Новохатская Диана, школа Яктылык, городской округ Самара. Муртазина Алсу, Бишкильская среднеобразовательная школа, Челябинская область. Игдисанова Дарина, Култаевская средняя школа, Пермский край. Сапукова Эльвина, школа Яктылык, городской округ Самара. Халимов Рафаэль, Бишкильская среднеобразовательная школа, Челябинская область. Сафина Зарина, школа Яктылык, городской округ Самара. Степных Евгений, детский творческий коллектив «Азалия», город Шадринск, Курганская область. Семенихин Арсений, школа Яктылык, городской округ Самара. Шакиров Денис, Отношенская среднеобразовательная школа, Красноярский край. Неустроева Виктория, Бишкильская среднеобразовательная школа, Челябинская область. Каримова Равиля, школа Яктылык, городской округ Самара. И замыкает наш список замечательной вокальной композиции Пшеничникова Арина, Дом дружбы народов, город Магнитогорск, Челябинская область. Исәнмесез, хөрмәтле шигырь сөйләүчеләр. Менә безнең конкурсыбыз ахырына якынлашып килә, икенче конкурс. Шигърият бик күп кешеләр катнаштылар. Безгә инде жюри әгъзаларына диңгез төбеннән инҗе мәрҗәннәр эзләгән кебек аларның җиңүчләрен эзләргә туры килде. Һәм мин бик шатман штанды кешеләр бар. Шигырь сөйли белүче кешеләр дөньяда бар әле. Татарча матур сөйләүчеләр дә бар. Әлбәттә, балалар да бар, аларны инде әйтәрмен, но олырак яштәге башкаручыларның берничәсен кот-кот укып тыңлап карадым, чөнки йөрәгемә җиттеләр. Бик зур рәхмәт бөтен катнашучыларга да. Ләкин шуны әйтәсе килә, икенче ел инде жюрида утырабыз. Кайчакта әле җитешеп бетмәгән, пешеп бетмәгән дип әйтик инде, шигырьләр дә килеп чыккалый. Аны конкурска җибәргәндә бөтен дөнья күрәчәген белеп, аңлап, җиренә җиткереп эшләп бетермичә җибәрмәскә теләр идем мин. Укытучыларгамы, ата-аналаргамы, кем балаларын әзерли. Бик быел нәрсә әйтәсем килә, костюмнар да бик яхшы булды. Балаларның балалар бакчаларында, мәктәпләрендә интерьер да бик шәп иде. Ну, башлыча инде бөтенесе идә. Матур гына абыйлар, матур гына тәрәзә пәрдәләре янында чыгыш ясыйлар. Ниндидер перспектива җитешеп бетмәде миңа. Менә бала дивар янына басып сөйләгәндә, артында нәрсәдер булырга тиеш аның
сумма, алғаш ма, нендер болса картина ма, ерағырақ басырға керек, нендер перспектива болырға тейш. Ансы да бит мүхим деп айтасын келем. Очень приятно, что русские дети, не только русские дети, азербайджанские дети там были замечены, и на английском языке были стихотворения прочитаны. Было очень приятно, что наших татарских поэтов очень знают и красиво рассказывают стихи на русском языке. На азербайджанском языке мне тоже очень понравилось, как девочка рассказывала. И еще я хочу сказать спасибо за географию. И Магнитогорск, и Челябинск, и Татарстан. Все очень хорошо выступили, но особое спасибо камышлинским ребятам, потому что они читали своих местных авторов Анвар Давыдова и Зия Ермяки. Эти авторы звучат очень редко, но их стихи очень даже достойны. И прозвучали они достойно. Спасибо учителям, которые научили этому. Уважаемые зрители, мы рады представить вашему вниманию дипломантов третьей степени нашего конкурса. Хасан Шанельсав. Детский сад номер 1, микрорайон Крутые Ключи, городской округ Самара. Исхакова Алия, Шигырданская среднеобразовательная школа, Республика Чувашия. Нурдинова Самира, детский сад Сандугач, Камышлинский район, Самарская область. Кирпичникова Виктория, дошкольно-образовательное учреждение номер 7, Чебурашка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Насибуллина Амалия, Большекайбитский детский сад Миляшкай, Республика Татарстан. Саидхужина Лиля, детский сад Березка, село Кунашак, Челябинской области. Ямалеев Булат, детский сад номер 104, Бялекеш, город Набережные Челны, Республика Татарстан. Жилинская Анна, дошкольно-образовательное учреждение номер 27, Журавушка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Постникова Ульяна, детский сад номер 51, Тополек, Зеленодольский район, Республика Татарстан. Сирозиддинова Ясмина, Шагырданская среднеобразовательная школа, Республика Чувашия. Хабибуллина София, детский сад «Березка», село Кунашак, Челябинской области. Нигматова Зарина, Большекайбитский детский сад «Миляшкай», Республика Татарстан. Галимзянова Сейда, детский сад «Чишмябаш», Кукмурский район, Республика Татарстан. Ахмедзянов Амин, международная школа в Ялте, Айпроскол, город Ялта, Республика Крым. Гельмединов Амир, детский сад номер 183, Советского района, города Казани. Шигапова Ясмина и Закиров Амир, детский сад номер 29, Ёлочка, село Белобезводное, Республика Татарстан. Шаязданов Тамерлан, детский сад номер 17, Василек, Зеленодольского муниципального района, Республика Татарстан. Романовская Полина, детский сад номер 116, Фиалка, Набережные Челны, Республика Татарстан. Фомин Матвей, дошкольно-образовательное учреждение 26, Дюймовочка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Хафизова Александра, детский сад номер 30, Улыбка, город Елабуга, Республика Татарстан. Багаудинова Амалия, детский сад номер 17, Василек, Зеленодольского района, Республики Татарстан. Хисматова Айзеля, детский сад номер 116, Фиалка, город Набережные Челны, Республика Татарстан. Ахмед Галиев Карим, дошкольно-образовательное учреждение номер 7, Чебурашка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Бахтияров Амирхан, детский сад номер 17, Василек, Зеленодольского района, Республики Татарстан.
Зиганшин Рузаль, детский сад номер 128 Кировского района города Казани. Галимова Кира, дошкольное образовательное учреждение номер 27 Журавушка, город Зеленодольск. Нигматова Камиля, Большекайбитский детский сад Миляшкай, Республика Татарстан. Ахмедзянов Юнус, Международная школа в Ялте, iPro School, город Ялта, Республика Крым. Набиуллина Наргиза, детский сад номер 116, Фиалка, город Набережные Челны, Республика Татарстан. Ларионова Асель, детский сад номер 7, Чебурашка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Хакимов Миран, воскресная школа при школе Яхталык, городской округ Самара. Старостина Стефания, детский сад номер 10, Созвездие, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Шарафуддинов Самат, Большекабитский детский сад Миляшкай, Республика Татарстан. Хасанова Эмина, дошкольно-образовательное учреждение номер 7, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Овсянников Даниил, образовательный центр Южный город, Самарская область. Thank you.
әкірін біне, кенді де кірді басмаға. Үшін ұнытқан ақыры, қалған даралы басмаға. Продолжаем вновь знакомить вас с дипломантами третьей степени. Авдеева Маргарита, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Валинурова Эмилия,
общеобразовательной школы села Старое Иликово, Республика Башкортостан. Малыхина Виктория, образовательный центр Южный город, Самарская область. Калимулина Ляйсен, средняя образовательная школа села Алькино, Самарская область. Касымова Арина, среднеобразовательная школа поселка Муслюмова, Челябинская область. Корочина Елизавета, образовательный центр Южный город, Самарская область. Гизатуллин Рафаэль, школа Яхталак, городской округ Самара. Галимзянова Самат, филиал гимназии села Большой Сардык, Кукмурского района, Республика Татарстан. Морозова Ксения, образовательный центр Южный город, Самарская область. Ахмадеева Азалия, Бишкильская среднеобразовательная школа, Челябинская область. Сафин Данияр, школа Яхталак, городской округ Самара. Байгузина Ляйсен, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Батаева Мария, образовательный центр Южный город, Самарская область. Салахова Зарина, среднеобразовательная школа Старая Ермакова, Самарская область. Нефедова Надежда, народный коллектив ансамбль национальных культур Шатлык, Челябинская область. Абдюкова Амина, школа Яхталак, городской округ Самара. Шубин Спартак, образовательный центр Южный город, Самарская область. Зайнеддинов Адель, Долгостровская среднеобразовательная школа, Чувашская республика. Каримов Динар, школа Яхталак, городской округ Самара. Каджаров Анар, Верхнеуфалейское территориальное отделение Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан». Канонеров Демид, образовательный центр Южный город, Самарская область. Сиразуддинова Лилия, Отношенская среднеобразовательная школа, Красноярский край. Маннанов Амир, школа Яхталак, городской округ Самара. Алабердеев Эрик, среднеобразовательная школа села Старокучергановка, Астраханской области. Абушаев Амин, школа Яхталак, городской округ Самара. Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя!» Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя трехлетние девочки глаза. «Чулочки тоже?» И смятением эсэсовец объят, рука сама собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятенье смутном произнес, окутанный невольной дрожью. «Нет, он убить ее не может!» Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. «Солдат, солдат! А если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей, ты человек, не просто немец, ты страшный зверь среди людей!» Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется вовеки. Чулочки, дядя, тоже снять.
Продолжаем знакомить вас с нашими участниками. Алясина Ольга, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Токтыева Дина, Верхнечелнинская школа-интернат, Нижнекамский район, Республика Татарстан. Гимадиева Аиша, школа «Яхталак», городской округ Самара. Гениатуллина Диана, среднеобразовательная школа села Старое Ермаково, Самарская область. Кулазаков Александр, лицей номер 2, города Мамадыш, Республика Татарстан. Евстигнеева Злата, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Камалова Гельшат, татарско-сугутская среднеобразовательная школа, Республика Чувашия. Гениатов Расул, школа «Яхталак», городской округ Самара. Юмангулова Ильнар, среднеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Дусейкенова Айдана, школа номер 83, городской округ Самара. Рябов Евгений, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Софиуллина Дина, Кунашахская среднеобразовательная школа, Челябинская область. Макашов Артем, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Байбикова Алсу, среднеобразовательная школа села Верхняя Илюзань, Пензенская область. Галиуллин Ильнас, среднеобразовательная школа села Старое Ермаково, Самарская область. Асадуллин Салават, Среднетерешанская средняя школа, Ульяновская область. Новокрещенова Карина, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Шакурова Амина, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Игнатьева Валентина, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Софиуллина Илина, школа «Яхталак», городской округ Самара. Курилова Валерия, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Калимуллин Расуль, среднеобразовательная школа села Алькино, Самарская область. Любимкина Вероника, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Шагиев Эмиль, среднеобразовательная школа села Старое Ермаково, Самарская область. Шагабуддинов Эльдар, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Софиуллина Фируза, среднеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Кадырова Даяна, школа «Яхталак», городской округ Самара. Камалов Булат, среднеобразовательная школа деревни Сахаева, Республика Башкортостан. Южанин Тимур, Верхнечелнинская школа-интернат, Нижнекамский район, Республика Татарстан. Хуснулгатина Нурия, школа «Яхталак», городской округ Самара. Аминжанов Ильяс, Старозеленовская средняя школа, Ульяновская область. Халитова Аделия, Сугутская среднеобразовательная школа, Республика Чувашия. Алиев Ильнас, Старокулаткинская среднеобразовательная школа номер 1, Ульяновская область. Досаева Алсу, средняя общеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Салахова Азалия, школа «Яхталак», городской округ Самара. Шапошников Артем, среднеобразовательная школа номер 11, город Находка, Приморский край. Шарафуддинова Диляра, центр детского творчества «Восход», городской округ Самара.
Никитина Елизавета, Верхнечелнинская школа-интернат, Нижнекамский район, Республика Татарстан. Мамышев Карим, школа Яхталак, городской округ Самара. Рафиков Раиль, Старокулаткинская средняя школа номер 1, Ульяновская область. Резепов Булат, среднеобразовательная школа села Кикино, Пензенская область. Мамышев Ислам, школа Яхталак, городской округ Самара. Досаева Лилия, средняя общеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Кадиркаев Рустам, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Камалединов Ильгиз, среднеобразовательная школа села Новая Усманова, Самарская область. Гимадинова Ангелина, Верхнечелнинская школа-интернат, Нижнекамский район, Республика Татарстан. Гафурова Рамзия, Старокулаткинская средняя школа номер 1, Ульяновская область. Тухватулин Альберт, Дом дружбы народов города Магнитогорска, Челябинская область. Досаева Динара, средняя общеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Галина Динара, Бишкильская средняя общеобразовательная школа, Челябинская область. Хурметле шигрет сиюще дусларын, укушилар, апалар. Кемнер шушы шигрет дөньясында зур бәйгедә ярышта катнашты. Минем сезгә әйтер сүзләрем, теләкләрем бар. Жюри әгъзасы буларак, без шушы бөтен җибәргән сезнең тарафтан эшләнгән барлык видео язмаларны карап чыктык. Билгеле җиңел булмады. Кемне кемгә яхшырак, бигрәк, югарырак балл куярга. Ләкин менә минем шундый теләгем бар. Ул бит инде шигрият конкурсы булгач, иң яхшыларын сайлап алырга кирәк. Кеш тынышкан вакытта бигрәк тә без татар әдәби телендә сөйләү моментына игътибар итәргә тиеш идек. Һәм шуның өчен сезнең җирле сөйләмегез, әтиләрегез белән өйрәнәсезме, әбиләрегез ярдәмгә киләме, укытучы ападан күп итеп сорыйсызмы? Аларның да сөйләме төрле булырга мөмкин, ләкин безнең бурычыбыз матур әдәби телдә шигырьне сөйләп бирә белергә кирәк. Менә шушы минем сезгә теләгем, алдагы елларда матур итеп әдәби тел нормаларын бозмасагыз иде. Аннары тагын шуңа игътибар итәсе килә. Иркен тотып, образга керә белергә кирәк. Менә ничә кешегә анда әйтергә туры килде. Шигырь үзенең яшенә, шигырь сөйләүче бу шигырьне сайлаганда үзенең яшенә туры килмәгән әсәрне сайлап алган дигән шундый сызмаларны ясарга туры килде. Чынлап торып, әгәр дә сез шушы шагыйрь кичергән хисне аңлап бетерә алмыйсыз икән, аны инде үзегезнең укучыгызга яки кичкенә генә балалар бакчасына йөргән укучыларга да, мәсәлән, Кызыл Ромашка шигырын анда ничә укучы сөйләде, ләкин шушыларны бит инде шушыларга бәя биргән вакытта бигрәк тә без аларның яш аермаларына игътибар иттек. Бала аныга төшенә алмаса, шигырның эчтәлеге белән үзенең яш аермасын күрсәтә белмәсә, димәк ул бәйгедә инде югары балны ала алмый. Гомумән алганда бу конкурсны оештыручы кешеләргә, бигрәк тә Искәндәр Зиннурович, шушы эшен дәвам итсен иде дигән теләктә калам. Һәм алдагы елларда да шушы булган уңай якларны инде без бер вакытта да әйтергә ул хәтле яратмыйбыз, ләкин матур декорациялар белән шундый зур теләк белән эшләгән кешеләрнең канатын сындырасы килми. Укучылар саны никадәр күп дәрәҗәдә булса, без аларга юл ачарга тиеш. Менә шушы әйтеп узганымча жюрида утырган барлык кешеләр, сезнең шигърият дөньясына булган мөнәсәбәтегез яхшыга таба гына үссен иде. Габдулла Тукайның сүзләре белән әйткәндә, без ничек әйтәбез, кеше никадәр дәрәҗәдә күбрәк матур иттереп үзен эшкә җигә, шул вакытта без әйтәбез, кеше халык кешеле, ул дәртле, ул моңлы, ул шагыйрь, ул әдип ул дип. Шушы бөтен киңәшләрне истә тотып, быелдан ук яңа шигырьләрне үзегезгә сайлап алып, булган хаталарга игътибар итеп, безне киләсе елда да яңа үзегезнең уку сәләтегез белән куандырырсыз дип өметләнеп калам.
Рәхмәт барлык укучыларга, әтиләргә, әниләргә, укытучы апаларга, балаларына шушы эшкә җигеп, күбесен үз теләге белән аларга канат куеп, бәйгедә катнаштырганыгыз өчен. Уважаемые участники конкурса «В мире поэзии», с огромным удовольствием члены жюри выслушали все ваши присланные труды. Действительно, это был огромный труд, где вы, каждый по желанию, выбрали себе стихотворение. Но у меня одно маленькое замечание есть. Когда вы выбираете стихотворение, нужно обязательно учесть возраст участника. И кто вот на русском языке произносил свои стихи, выбранные произведения, конечно, у вас там орфоэпических таких трудных случаев, моментов не было. Единственное, где вот интонацию, где вы выбираете, работаете над дикцией, некоторые замечания, конечно, нужно сделать. А для этого нужно обратить внимание на возраст участника. В целом, из многих регионов были присланы работы, поэтому и дальше больше хочется, чтобы еще больше расширился этот конкурс. И мы, члены жюри, надеюсь, и дальше больше будем ради вас стараться. А вы, ребята, не ленитесь, будьте благодарны своим педагогам, родителям, которые всегда придут к вам на помощь, и они окрылят вас на новые успехи. Спасибо всем. Наш конкурс продолжают дипломанты второй степени. Петрова Софья, детский сад номер 355 города Казань. Габбасова Эвелина, детский сад номер 17 Василек, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Ягудина Диляра, школа Яхталак, городской округ Самара. Сабиров Ризат, дошкольное общеобразовательное учреждение номер 27. Журавушка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Васечкина Полина, образовательный центр Южный город, Самарская область. Низамов Марк, детский сад «Елочка», номер 20, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Сулейманов Данир, Шагырданская среднеобразовательная школа, Республика Чувашия. Батанова Наиля, Большекайбитский детский сад «Миляшкай», Республика Татарстан. Кудрявцева Дарья, детский сад номер 116, «Фиалка», Набережные Челны, Республика Татарстан. Садыкова Рина, детский сад номер 6, «Улыбка», Зеленодольского района, Республики Татарстан. Исаев Рахим, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлизань, Пензенская область. Боговиев Радель, Большекайбитский детский сад «Миляшкай», Республика Татарстан. Гайсина Амина, дошкольное образовательное учреждение номер 7, Чебурашка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Ильчева Милана, дошкольное образовательное учреждение номер 42, «Аленький цветочек», Зеленодольского района, Республика Татарстан. Габдулла Тукай, Тоян Аллаха. Эй, бахале! Эй, кадырле! Эй, гынавсыз еш бола! Рәхмәте бик кин аның, хәрдем тоян син Аллаха. Я ходой, курсетиген, аж бужи ханда йок тою. Ул рахимле, эткен энкеннэнде, куб шафкатле ул. Соф эле кумылен сине, хиш бар бузы куй кермеген. Бок тилинде хиш яраусыз, сузлер эйтеп курмеген. Бок жоным хам бок тенин. Борлык вүждің болк сенің, Син фәрісті олшығасың, Юзлерің оп-оп сенің. Күйылдыға, иқылас білен, Тізленді қойбыла башына, Біл аны, күрсіз күңілден, Туғыры юл бар қошына. Эй, бәхәлі, эй, қадырлі, Эй, гүнауссыз еш бала,
рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллаһа. Продолжаем знакомить вас с нашими дипломантами второй степени. Таишева Алсу, школа Яхтолок, городской округ Самара. Афлятунова Камиля, станция детского и юношеского туризма и экскурсий, Нижнекамск, Республика Татарстан. Досаев Румис, средняя общеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Бекулов Булат, школа Яхтолок, городской округ Самара. Мустакаев Ислям, село Малый Троев, Пензенская область. Игнатьева Таисия, образовательный центр Южный город, Самарская область. Тинчурина Амира, село Кобылкино, Пензенская область. Амунова Анастасия, школа номер 140, городской округ Самара. Калимуллина Ляйсян, Юнусова Ляйсян, средняя общеобразовательная школа села Алькино, Самарская область. Федотова Елизавета, образовательный центр Южный город, Самарская область. Халиуллин Айнур, средняя общеобразовательная школа села Старое Ермаково, Самарская область. Байбиков Ильдар, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Горбунова Елизавета, образовательный центр Южный город, Самарская область. Усманов Амин, школа Яхтолок, городской округ Самара. Шарапова Камилла, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Куликова Асель, лицей номер 14, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Харисов Айнур, средняя общеобразовательная школа села Алькино, Самарская область. Ахмедзянова Аделя, школа Яхтолок, городской округ Самара. Макова Александра, образовательный центр Южный город, Самарская область. Муртазина Сабина, школа Яхтолок, городской округ Самара. Хисматуллин Раис, Отношинская средняя общеобразовательная школа, Красноярский край. Дитняева Хадидж, средняя общеобразовательная школа села Нижняя Юлюзань, Пензенская область. Галимуллина Ульяна, средняя общеобразовательная школа поселка Муслюмова, Челябинская область. Молодцова Татьяна, образовательный центр Южный город, Самарская область. Рафиков Раис, средняя общеобразовательная школа села Большой Труев, Пензенская область. Уразбаева Инга, Чайкинская общеобразовательная школа, Пермский край. Самсонова Варвара, образовательный центр Южный город, Самарская область. Мухаматуллина Велена, Чайкинская общеобразовательная школа, Пермский край. Кулыева Эвелина, средняя общеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Пономарева Дина, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Абузяров Айдар, средняя общеобразовательная школа села Большой Труев, Пензенская область. Слинкина Елизавета, образовательный центр Южный город, Самарская область. Шириязданова Самира, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самар. Акимова Дарья, образовательный центр Южный город, Самарская область. Шайдуллин Амир, лицей номер 2, город Мамадыш, Республика Татарстан. Елен Андрей, образовательный центр Южный город. Мин Вагизов Дамир, Самара Шахири, Яхтолок Мәктәбенең 6-А сыйныф укучысы. Муса Жәлил, төрмәдә
тыш. Тыште меня няни кызым келді, шашларымны сыйпап тарады. Айхай әти, ыза кертен дейіп, күзлеріме сейіп қорады. Мен кызымны кыстым көкірегіме, шатлығымнан шашып, есіріп. Шунда сездім, нинди кішілігін, мәхәбәт хәм сағыш хисінің. Шығып еттік шунан біз бұлынға, езіп ердік шәшәк дегізін. Нинди татлы яшшау кечілесею, нинди яқты ерхен жер езі. Мен ұяндым, орным шулық түрме, куларымда шулық бұлғаулар. Баш ішімда шулық ойғыларым, оянар деп кеттіп тұрғанлар. Ах! Ник үрти мені хиял білен, тик тілірттіп, койтмас язларым. Ник тішкіне менім шатлықларым, ник бітмес үн, ойғы хазабым. Наши дипломанты третьей степени. Салим Гареева Алия, средняя общеобразовательная школа села Нарастасты, Республика Башкортостан. Хайрова Аделия, школа Яхталак, городской округ Самара. Маннапов Алмаз, средняя общеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Сабитова София, дом дружбы народов, город Магнитогорск, Челябинская область. Бараева Айша, средняя общеобразовательная школа номер 2, села Средняя Юлизань, Пензенская область. Баткаев Айрат, средняя общеобразовательная школа села Кикино, Пензенская область. Ишмаева Ляйсян, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Дмитриева Анна, средняя общеобразовательная школа села Старая Ермакова, Самарская область. Досаева Динара, село Кобылкино, Пензенская область. Сахапова Аделина, село Нарастасты, Республика Башкортостан. Шукшина Амина, Абдулина Ляйсян, Муракаев Ильфат, Каримова Дина, Козырева Гульнас, средняя общеобразовательная школа села Индерка, Пензенская область. Садыкова Лиана, средняя образовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Переходим к возрастной группе 15-18 лет. Хайбрахманова Аделина, средняя общеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Ширяев Рамиль, село Кобылкино, Пензенская область. Потеева Диана, средняя общеобразовательная школа села Кикино, Пензенская область. Нигмятуллин Ильнар, школа имени героя Советского Союза Мусы Джалиля, город Москва. Курмалеева Алина, средняя общеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Заятдинов Руслан, дом дружбы народов, город Магнитогорск, Челябинская область. Кадрли укушыларыбыз, сізні бұ конкурсқа әзірләген құрметлі ұстазлар, оқытушылар, һәм әти әнилер. Міне бізнің шығыри бәйге бізді тәмамыланды. Жүри ағзаларына 500-ден артық конкурсантның шығышларын бәйелерге туры келді. Мен мектепте көп йыллар татар тілін һәм әдәбиятын оқытқан ветеран оқытушы боларак, һәр қатнашушының шығышын қызықсынып тыңладым. Шығырларын көбісі татар һәм рус тілінде болып, инглиз, башқырт һәм әзербайжан тіліндегілерін де тыңларға тұру келді меңа. Менім көзетулерім бойынша, ғымымен, балалар шығырлардың сөздерін яттан бик кейпет білелер. Ин ғажаплендіргені, мектеп кеші һәм башланғыш сыныф оқушыларының шығырларыны сәнғатлы итіп, хис біләңгіне сейләуі түгіл, ә шығыр іштәріген әкиетлеріні матур, қызықлы итіп сәхінәләштірулері де болды.
Бәйгеде біздің илебіздің түрлі төбәкләрінен келген қонақлар қатнашты. Сөйленген шиғырлар да іштәлігі білен түрлі еді. Балалар көңілі шиғырларын сөйлегенде рәхәтләнеп келіп отырдым. Ә соғыш турындағыларын тыңлағанда көңілім тулып йылысым келді. Иң әһәмиәтлесе шул. Нинди генә телдә сөйләсәгез дә, сезнең арагызда тумыштан бик сәләтле, шигырьне сәнгатьле итеп сөйләүчеләр дә бик күп икән. Ә бит шигырьне яттан өйрәнеп сөйләү сезнең хәтерегезне, бәйләнешле сөйләм телегезне үстерә, сүз байлыгызны арттыра. Татар теленнән дәрестә диктантлар язганда грамматик хаталарыгызны булдырмый. Тағын бір нәрсе мені ғажапке қолдырды. Бұ татар милетінен болып, татар мәктеплеріне білім алушы укушыларының қойбірлері татар шағырларының шығырларын русша сейледілер. Бұ шит түбәклерден келген балаларға ғана түгіл, хәтті үлкебізде татарлар көпліп ешеген районларда, шын татар ауылларында, татар мәктебінде укушы татар балаларына да қағыла. Қадірлі балалар, мүмкіншілік болғанда, үз татар халқыбыздың патриоты, милләт пәрвәрі боларақ, татар шағырларының шығырларын өзіміздің туған татар тілімізді сөйлерге тырышығыз. Сізге нық сәлеметлік, һәм оқуыңызда зур оңышлар тілеймін. Уважаемые зрители, и наконец-то долгожданные дипломанты первой степени нашего замечательного поэтического конкурса. Хасанова Ясмина, детское общеобразовательное учреждение номер 7, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Исмагилова Амина, детский сад номер 355, города Казань. Максимова Виктория, детский сад «Присмотр и оздоровление» номер 19, «Красная шапочка», Республика Татарстан. Хасанова Самина, детский сад номер 10, «Созвездие», город Зеленодольск, Республика Татарстан. Кадыров Раян, детский сад номер 299, город Казань. Шакирова Саида, Ганеев Рамиль, Андреев Илья, детский сад номер 183, город Казань. Адиатулина Ангелина, детский сад номер 32, «Сказка», город Зеленодольск, Республика Татарстан. Залалов Давид, дошкольное общеобразовательное учреждение номер 7, «Чебурашка», город Зеленодольск, Республика Татарстан. Стекольщикова Арина, детский сад номер 42, «Аленький цветочек», Республика Татарстан. Хасанова Самина, детский сад номер 10, «Созвездие», город Зеленодольск, Республика Татарстан. Байбикова Регина, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Халимова Элина, детский сад номер 19, «Красная шапочка», город Зеленодольск, Республика Татарстан. Бектимирова Милана, Старокулаткинский детский сад номер 1, Гульчачак, Ульяновская область. Торопов Кирилл, детский сад номер 275, город Казань. Ахунов Сабир, детский сад номер 30, «Улыбка», город Елабуга, Республика Татарстан. Байбекова Эмира, детский сад номер 116, «Фиалка», Набережные Челны, Республика Татарстан. Пегасова Екатерина, Фасхуддинова Амелия, Салихова Злата, Петров Дамир, Купцова Лиана, детский сад номер 29, «Елочка», село Белобезводное, Республика Татарстан. Киселев Иван, детский сад номер 7, «Чебурашка», Зеленодольск, Республика Татарстан.
Ваказова София. Детский сад номер 459. Городской округ Самара. Мельников Константин. Детский сад номер 27. Журавушка. Город Зеленодольск, Республика Татарстан. Попов Максим. Детский сад номер 355. Город Казань. Сулейманов Данир. Шагырданская среднеобщеобразовательная школа, Республика Чувашия. Куляшкина Виктория. Детский сад номер 32. Челябинская область. Козлов Артур. Детский сад номер 20. Ёлочка. Город Зеленодольск, Республика Татарстан. Гатина Элина. Детский сад номер 148. Город Казань. Гайнетдинова Зухра. Детский сад «Лебедушка». Тукаевский район, Республика Татарстан. Баткаев Раниль. Среднеобщеобразовательная школа села Кикино, Пензенская область. Мирза Шарифова Амина. Детский сад номер 11, Антошка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Турдалиев Адилет. Школа Яхталак, городской округ Самара. Муса Жәлил, еш ана. Ауыл яна, шафәк нуры булып, уйны күктә янган шәүләсе. Күмерләнгән өйнең тупсасында аунап ята ана гәүдәсе. Алты айлык бала йылы-йылы капшы аның сулган күкрәген. Ятып суыра, туктап карап тора, үксеп уа аннан күздәрен. Палач үзе каша көн батышка, үстерене ваты кимәсе, куа аны арттан едрә булып, ана ханы бала күз яше. Күрше кызы Сәрбәр базда иде, ишетеп чыкты бала тавышын. Кинәт куркып сүзсез катып калды, үлгән килеш үрек танышын. Ул баланы алды кочагына, яшен сертте, үтте, юатты, алып кайтты, жылысын ишерде, кулларында алып уйнатты. Ул сикертте аны тизләрендә, ана дәртте анда кабынды. Бала килде, аннан әннә диеп, күкрәгенә аның сарылды. Сәрбәр әле бары 17-дә. Тормыш аңа яңа башлана. Ул елмая ана назы белән, ана бәхетте белән шатлана. Сез күрерсез, шундый матур итеп, ул баланы карар, үстерер. Тәрәзәдән һәр киш яш ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем оша минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда. Рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга. Продолжаем представлять вам дипломантов первой степени. Зарипов Равиль. Средняя общеобразовательная школа номер 31, Нижнекамск, Республика Татарстан. Шалина Ангелина. Образовательный центр «Южный город», Самарская область. Исляева Марьям. Общеобразовательное учреждение села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Канеев Ильнар и Канеев Ильнас. Село Кикино, Пензенская область. Сулейманова Амина. Школа Яхталак, городской округ Самара. Кадиркаева Альбина.
средней общеобразовательной школы села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Печенова Мария, образовательный центр Южный город, Самарская область. Гильмединова Диляра, школа Яхталак, городской округ Самара. Ниёзова Фатима, Култаевская средняя школа, Пермский край. Магафурова Анастасия, Аменевская средняя общеобразовательная школа, Челябинская область. Гаврилина Алиса, образовательный центр Южный город, Самарская область. Абдуллин Равиль, школа Яхталак, городской округ Самара. Гафина Диляра, образовательный центр Южный город, Самарская область. Гилязов Альмир, школа Яхталак, городской округ Самара. Магафурова Анастасия, Аменевская средняя общеобразовательная школа, Челябинская область. Фоменко Злата, лицей номер 14, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Мирхайдаров Рустам, школа Яхталак, городской округ Самара. Бахтеева Камила, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Бахтеев Салават, школа Яхталак, городской округ Самара. Новиков Дмитрий, лицей номер 14, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Галиаскарова Инесса, Чайкинская общеобразовательная школа, Пермский край. Хусаинов Дамир, школа Яхталак, городской округ Самара. Петрова Капитолина, лицей номер 14, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Петров Илья, лицей номер 14, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Нор Даниил, образовательный центр Южный город, Самарская область. Гафарова Василя, дом дружбы народов, город Магнитогорск, Челябинская область. Захарова Виталина, лицей номер 14, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Ибрагимова Азалия, средняя общеобразовательная школа села Старое Ермаково, Самарская область. Якимова Мария, лицей номер 14, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Магалимова Елизавета, образовательный центр Южный город, Самарская область. Мерьям Сибгатова, Чехия, Прага. Мухаммед Валиева Ясмина, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Хасанова Аделина, средняя общеобразовательная школа номер 1, Копейского района, Челябинской области. Зайдулоева Аиша, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Идиатулина Разина, татарско-сугутская среднеобщеобразовательная школа, Республика Чувашия. Валеева Малика и Валеева Амира, школа Яхталак, городской округ Самара. Габдулла Тукай бала белән күбәләп, әйтәле күбәләп, сөйләшик бергәләп, бу кадәр күп өшеп, армысың син нишек, нишексің тормышың, нишек көн күрмешең, сөйләп бир җитезеп, табаламсың ризык. Мин тыран кырларда, малында, урманда, уйнимын, ишамын, якты кен булганда, иркәли һәм сөйләм.
тоқтасы. Ош болады мина шешеклер, хушесе. Тік көмірім бік қысқа, бары бір күндіне. Бұл яқшы, рәншетме, әнтемесі мина. Продолжаем знакомить вас с нашими участниками. Прохоров Никита, средняя общеобразовательная школа поселка Муслюмово, Челябинская область. Рафагуддинов Радель, средняя общеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Корнеева Аиша, Долгостровская средняя общеобразовательная школа, Чувашская республика. Шабакаева Рамиля, филиал средней общеобразовательной школы села Большой Труев, Пензенская область. Бахтеев Ильдар, школа Яхталак, городской округ Самара. Ямалединов Эрик, деревня Каинкуль, сельский клуб, Челябинская область. Байбикова Аделина, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Хамидуллин Фаниль, средняя общеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Бадалян Артур, образовательный центр Южный город, Самарская область. Кузгунова Аделя, средняя общеобразовательная школа села Нижняя Юлизань, Пензенская область. Аряева Диана, образовательный центр Южный город, Самарская область. Шакирова Лиана, средняя общеобразовательная школа номер 3, город Мамадыш, Республика Татарстан. Нураканов Айдар, школа номер 83, городской округ Самара. Хамидуллина Айлина, средняя общеобразовательная школа села Новые Ермаково, Самарская область. Яфасов Иркен, средняя общеобразовательная школа села Большой Труев, Пензенская область. Пулатханова Гузель, средняя общеобразовательная школа села Старое Ермаково, Самарская область. Ягудина Хава, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Мусина Алсу, Чайкинская общеобразовательная школа, Пермский край. Серебряков Айнур, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Ганниев Анвар, средняя общеобразовательная школа села Старое Ермаково, Самарская область. Хабирова Алина, средняя общеобразовательная школа села Нарастасты, Республика Башкортостан. Хисамов Альмир, средняя общеобразовательная школа села Новое Ермаково, Самарская область. Шакирова Лилия, образовательный центр села Лопатина, Самарская область. Хасаншина София, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Зайнулина Азалия, среднеобразовательная школа деревни Сахаева, Республика Башкортостан. Чуканова Сумая, средняя общеобразовательная школа номер 2, села Средняя Юлюзань, Пензенской области. Искандарова Аделина, средняя общеобразовательная школа деревни Сахаева, Республика Башкортостан. Шарафуддинова Элина, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Турдалиев Альберт, школа Яхталак, городской округ Самара. Синжапов Самир, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Нуруддинова Айнас, средняя общеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Кузнецова Екатерина,
образовательный центр Лопатина, Самарская область. Туктыев Анис, Верхнечелнинская школа-интернат, Нижнекамск, Республика Татарстан. Медведева Аиша, общеобразовательное учреждение села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Исляева Хава, среднеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Ганиев Амир, школа Яхталык, городской округ Самара. Бүгінгі сөйлеріні бүйік жеңуінің 75 жылығына бағышлайым. Суғыш қырыннан ұлларын ғымыр бойы күткен аналарға. Онды язмышылы ана біздің ескі әшір ауылында да бар. Мусифулины Гүлбахар. Дүрт ұлын суғышқа азата. Үш ұлы суғыш қырында қала. Ғымыр бойы ана күті. Роберт Насыбуллин. Қорашәлі келес үйрәліп. Жұмылы йыллар еді. Январь жилі. Үйні тұшыны үйлі бір еді. Сымар көзім білен тұшқа қорым, терес бұсын, үріп үріті, ұңғырашқан көбік шығырдатты, қот тошушы, ұшты қопқаны, шымландырып күрір күрмес тұрды, қан бұрылып кері атлады. Неге кетті, неге қот қабарден, бәхрум қалды бізнің үйгіне, онан көңілі, нейді сізді бұғай, қора шәлін салды иніне. Ол ұранға шықты, үйіріліп, қышқы салқын кірді ешіктен. Салқынғын әміне ол иыларда кішілерінің жанын ұшыпкен. Қайырылған қыш қанаты көбі. Қора шәлі, қордан сүйрәлі. Әни, әни, нәрсе болды әни, сүйле әни, қайыр сүйле әмә. Шыртықларға күнігілі бұғай. Тик қойғыға бұлмы үйрәні. Неше мәйіл, инде әниімнің. Қора шәлі, келес үйрәлі. Возрастная группа 15-18 лет. Кузяева Диляра, Старозеленовская средняя школа, Ульяновская область. Тинчурина Диня, среднеобщеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Бадрдинов Артем, Бишкильская среднеобразовательная школа, Челябинская область. Латыпова Ляйсен, Старозеленовская средняя школа, Ульяновская область. Иванова Анастасия, школа имени Мусы Джалиля, город Москва. Аксянов Ильнас, Среднетерешанская средняя школа, Ульяновская область. Приветствую вас, участники поэтического конкурса «В мире поэзии». Хочется выразить слова благодарности всем деткам, учителям, родителям, которые откликнулись на призыв поучаствовать в этом замечательном конкурсе. Огромное спасибо организаторам, которые сумели собрать такое большое количество неравнодушных к родной культуре людей. Получила колоссальное удовольствие, когда слушала присланные материалы и, так скажем, побывала на некоторое время в театре. Окунулась в мир родного языка, национальности, которая осталась, наверное, с родителями, с бабушками, с дедушками в глубокой уже, в глубоком-глубоком прошлом. Хочется отдельное слово сказать спасибо тем учителям, которые ответственно подошли к подготовке молодых чтецов, которые сумели передать тот замысел, который вложили мастера слова в свои произведения. Хочется пожелать деткам, тем, которым не совсем удалось передать настроение писателя, его замысел, а также учителям относиться бережно к поэтическому слову. Особая, наверное, печаль вызвала вот именно то, что не сумели прочувствовать, не сумели понять, не сумели передать. Но это лишь первые шаги. И впереди еще долгий путь в освоении поэтического слова. Убедительная просьба, уважаемые коллеги, учителя.
бережно относиться не только к поэтическому слову, но и к своему имени. Ведь мы понимаем, педагог, готовя учеников к конкурсу, всероссийскому конкурсу, а его можно назвать всероссийским, потому что представители были из разных уголков нашей страны, все-таки понимать, мы несем великое слово поэзии в народ. Выступления наших детей будут смотреть большое количество людей. Кто-то из любви к родной поэзии, кто-то из любви к родному языку, а кто-то просто из-за большой любви к видеороликам на канале YouTube. Поэтому давайте учить детей культуре выступления. Как член жюри, еще раз хочу поблагодарить и организаторов конкурсов, и участников конкурса за такую возможность почувствовать любовь к родному языку. Несмотря на то, что мы являемся гражданами Российской Федерации, мы все-таки, так скажем, еще и носители родной культуры. Спасибо большое. До новых встреч. Наступил долгожданный момент. Мы рады представить вам лауреатов третьей степени. Латипова Ясмина, детский сад номер 183, город Казань. Вахитов Эмиль, детский сад номер 29, Ёлочка, село Белобезводное, Республика Татарстан. Салахова Айзеля, детский сад номер 148, город Казань. Чернова Алиса, детский сад номер 148, город Казань. Исмагилов Оскар, дошкольное образовательное учреждение номер 1, Ласточка, Зеленодольск, Республика Татарстан. Хайрулина Залина, детский сад номер 19, Красная Шапочка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Тимофеева Валия, детский сад номер 19, Красная Шапочка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Насардинов Раис, детский сад номер 40, Солнышко, поселок городского типа Васильево, Республика Татарстан. Хабибулина Айдина, Дубьяский детский сад Гульчачак, Высокогорский район, Республика Татарстан. Ногманова Миляуша, детский сад номер 6, Улыбка, Зеленодольского района, Республика Татарстан. Асадулина Софина, Мусина Ясмина, детский сад номер 17, Василек, Зеленодольского района, Республика Татарстан. Фасхуддинова Айслу, детский сад «Елочка», город Зеленодольск, Республика Татарстан. Гималетдинова Амилия, детский сад номер 28, «Лесная сказка», город Елабуга, Республика Татарстан. Саитова Самира, общеобразовательное учреждение номер 7, «Чебурашка», Республика Татарстан, город Зеленодольск. Давыдова Вероника, Центр национальных культур «Планета», Челябинская область. Замалиева Лилия, детский сад номер 317, город Казань. Гельмуддинов Самир, детский сад «Сандугач», село Новое Усманово, Самарская область. Гарифуллина Ралина, Большекайбицкий детский сад, Республика Татарстан. Нуриддинов Карим, детский сад номер 355, город Казань. Русакова Алиса, детский сад номер 11, Антошка, Зеленодольск, Республика Татарстан.
Шарафутдинова Айзеля, дошкольной группы «Карлыгач», Татарско-Сугутская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Раньше сынов укушился из Хакова Азалия, дал аньем. Аньем нам анисы абием буламиным, абигана тугель аля уминым, дал аньем. Ох, я так тащашлярым, ултарап куя урып, чисталык кайранам, мин даңардан курып. Кузлексіз курмаса да, таяқсыз ермаса да, жетмеш яшы тулса да, бек картайған дулса да, тәмлі ашылар пішіре, матур гүллер үстіре, ие бізнің нұры ұл, барыбыздан ұлы ұл. Ну а мы представляем вашему вниманию лауреатов третьей степени, возрастная группа 7-10 лет. Гафаровы, Асия и Василя. Дом дружбы народов, город Магнитогорск Челябинской области. Семенова Софья, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Бастрыкина Ксения, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Каракбашева Амина, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Гельманова Ясмина, среднеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Салеева Рания, Долгостровская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Рафагуддинова Айлина, средняя общеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Зарипова Азалия, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Абдулина Зарина, средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Республика Башкортостан. Калинин Максим, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Сабитова Камилла, средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Республика Башкортостан. Устимова Евгения, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Хабибуллина Мадина, школа «Яхталак», городской округ Самара. Кафиатулина Амира, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Абушаева Ясмина, школа «Яхталак», городской округ Самара. Бикинев Айнур, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Григорьева Злата, школа номер 140, городской округ Самара. Садовская Мария, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Кузнецова Ксения, город Нижнекамск, Республика Татарстан. Фатихов Самир, город Нижнекамск, Республика Татарстан. Мергасимова Альбина, город Нижнекамск, Республика Татарстан. Карькаева Мадина, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Шафеев Ильнур, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Каримова Розалина, средняя общеобразовательная школа села Старая Ермакова, Самарская область. Кондратенко Анастасия, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Горбунова Валерия, средняя общеобразовательная школа села Старая Ермакова, Самарская область. Салимгареева Алия, средняя общеобразовательная школа села Нарастасты, Республика Башкортостан. Нармурадова Алина, школа «Яхталак», городской округ Самара. Булатов Азамат, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область.
Нагибина Юлия, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Тараканова Дина, общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Кумирова Самира, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Хасанова Диана, средняя общеобразовательная школа номер 1 Копейского городского округа Челябинской области. Габдулла Тукай. Книга. Когда душа измучится в борьбе, когда я ненавистен сам себе, когда я места в мире не найду и, утомясь, проклятие шлю судьбе, когда за горем горе у дверей, ясный день ненастной тьмой темней, когда в печали белый свет не мил, когда не станет сил душе моей, тогда я в книгу устремляю взгляд, нетленные страницы шелестят, я исцелен, я счастлив, я живу, я пью себя отрады и затрат. И слово мной, прочтенное тогда, встает, как путеводная звезда, бесстрашно сердце, радостно душа, и суета вседневная чужда. И вновь рожденный чистой мечтой, спасибо, говорю я книге той, и распрямленный, верую в себя, я вдаль лежу с надеждою святой. Продолжаем знакомить вас с лауреатами третьей степени возрастной группы 7-10 лет. Дибердеева Сумая, средняя общеобразовательная школа номер 2, села Средний Юльзань, Пензенская область. Ахмедзянова Малика, средняя общеобразовательная школа номер 31, Нижнекамск, Республика Татарстан. Месрапян Заруи, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Хайрова Альбина, школа «Яхталык», городской округ Самара. Давлетова Алина, школа имени Мусы Джалиля, город Москва. Щеглова Алена, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Хальметова Лиана, средняя общеобразовательная школа села Большой Труев, Пензенская область. Хабибрахманова Наргиза, средняя общеобразовательная школа номер 3, города Мамадыш, Республика Татарстан. Сенжапов Юнус, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Назирова Айзеля, средняя общеобразовательная школа номер 3, город Мамадыш, Республика Татарстан. Полесунова Ангелина, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Сулейманова Самира, образовательное учреждение «Шагырданская школа», Республика Башкортостан. Башаров Радель, город Мамадыш, Республика Татарстан. Замалединова Амина, общеобразовательная школа номер 30, город Казань. Иббатулин Данис, Басыров Ринас, деревня Кызыл-Камыш, Республика Чувашия. Мамаева Арина, средняя общеобразовательная школа номер 56, город Магнитогорск, Челябинская область. Басыров Ринас и Батулин Данис, Шагырданская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Хасанова Алсу, творческое объединение «Дуслык», город Пласт, Челябинская область. Ишмаев Ильнас, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Аделгареева Ильнара,
средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Республика Башкортостан. Халимуллин Ильнас, школа Яхталак, городской округ Самара. Аделгареева Ринара, средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Республика Башкортостан. Амирова Амира, средняя общеобразовательная школа села Большой Труев, Пензенская область. Сафиулина Азалия, город Нижнекамск, Республика Татарстан. Сиддикова Римма, Чайкинская общеобразовательная школа, Пермский край. Шайдулин Ильсаф, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Мусаева Арзу, Верхнеуфалейское территориальное отделение Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан». Махмутова Сюмбель, Татарско-Сугутская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Медведева Эмилия, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елюзань, Пензенская область. Хайрулин Ильнур, средняя общеобразовательная школа села Алькино, Самарская область. Мурдеева Азалия, Татарско-Сугутская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Гайнулова Аделя, Татарско-Сугутская средняя образовательная школа, Республика Чувашия. Габдулла Тукай, бәйрәм бүген. Бар күңеллелек, бөтен дөньяда бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Бер мөкаддәс хис белән һәр бер кеше хәйран бүген. Уйный сазым да минем, бәйрәм киен, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгәндер дидем, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хис итеп һәр җирдә дә бер төрле хуш ис аңкуын. Исле май сөрткән икән дөнья дидем, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Бер теләнче кочаклашкан күреп бер бай белән, күңелле нишкәргән дидем, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын. Сөйләшәләр узара, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көн җилен. Анысы да сөйли тагын, бәйрәм бүген. Наши лауреаты третьей степени, возрастная группа 11-14 лет. Халимов Раиль, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Тимербулатова Диляра, Долгостровская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Зиннуров Артур, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Нуруддинова НЖ, средняя общеобразовательная школа села Новое Усманово, Самарская область. Юнкина Гузель, средняя общеобразовательная школа номер 2, села Средняя Юлюзань, Пензенская область. Замальдинова Алина, школа Яхталак, городской округ Самара. Дашкина Камиля, средняя общеобразовательная школа номер 2, села Средняя Юлюзань, Пензенская область. Юматова Ирина,
образовательный центр села Лопатино, Самарская область. Касымов Рустам, Старокулаткинская средняя общеобразовательная школа номер 1, Ульяновская область. Закирьянова Алсу, средняя общеобразовательная школа номер 154, город Челябинск. Галиева Азалия, средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Республика Башкортостан. Кедролеев Игорь, средняя общеобразовательная школа поселка Муслюмово, Челябинская область. Ибатуллина Рузалина, средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Республика Башкортостан. Кучатова Анися, Батырская средняя общеобразовательная школа номер 1, Республика Чувашия. Арютин Данила, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Гатин Адель, многопрофильный лицей номер 185, город Казань. Шакуров Ильяс, школа «Яхтолог», городской округ Самара. Волкова София, образовательный центр «Южный город», Самарская область. Сунатбаева Ойшахон, школа «Яхтолог», городской округ Самара. Пякшева Василя, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Юнусова Назира, средняя общеобразовательная школа села Алькино, Самарская область. Юмаева Эльнара, средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юлюзань, Пензенская область. Девликамова Лилия, средняя общеобразовательная школа села Кикино, Пензенская область. Газизова Камиля, школа «Яхтолог», городской округ Самара. Досаева Луиза, средняя общеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Хазеев Даниль, средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Республика Башкортостан. Горелова Юлия, средняя общеобразовательная школа села Кобылкино, Пензенская область. Переходим к возрастной группе 15-18 лет. Алеева Гельнас, Долгостровская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Юкупова Олеся, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Мустафина Диляра, школа «Яхтолог», городской округ Самара. Гареева Каролина, Каинкульский сельский клуб, Челябинская область. Садыкова Алина, школа «Яхтолог», Самарская область. Сулейманова Алия, школа «Яхтолог», Самарская область. Бекметова Альфия, центр Шадринской городской общественной организации татарско-башкирской национальной культуры «Дуслык», Курганская область. Мазгутов Ильмаз, школа «Яхтолог», городской округ Самара. Абдырахимова Амина, школа «Яхтолог», городской округ Самара. Хөрмәтле шигърият сөйүүчү дуслар, менә без инде Самара өлкәсендә үткәрелгән шигъри бәйгегә бүген соңгы нәтиҗәләрне ясыйбыз. Минем инде үземнең әйтергә теләгән фикерләрем, уйларым, теләкләрем бар. Мин инде аларны сезгә җиткерергә телим. Иң беренче чиратта мине бик нык шатландырды. Күп кенә регионнардан килгән балаларның эшләрен караган вакытта безнең татар милләте, татар шигърияте яши. Болай булгачтан әле без татар буларак тагын бик күп еллар яшәрбез дигән фикерне әйтәсем килә. Икенчесе,
Балаларның көбісі милли киімдерден шығыш ясадылар. Мене мен өзім де сіздің қошыңызға милли киімден келіп бастым. Бұл енді біздің шиғыри конкурсымыздың тағында өзәлірек болуын, моторлығын көрсетті. Бірінші чиратта біздің киімдеріміз түрлі-түрлі. Олар бік моторлар, һәм мен шушы киімдеріне де халыққа көрсетті өзі бір моторлық. Үшіншісі, қатнашушылар арасында түрлі яштәге балалар бар. Мене бұл бігірек де шатландыра биш. Яштан алып 17-18 яшкә хәтле катнашучылар булды. Һәм менә безнең инде шигърият конкурсы үзенең кулашын киңләп җәеп, бөтен регионнар аша да йөреп чыкты дигәнгә була. Минем әйтәсе килгән фикерем менә мондай. Безнең шагыйрьләребез алар классик шагыйрьләр. Аларның шигырьләрен өйрәнгән вакытта, аларны халыкка җиткергән вакытта тәрбиячеләр дә, укытучылар да, әти-әниләр дә балаларның яшенә туры килә торган шигырьләрне сайласыннар иде. Һәм балаларның үз-үзләрен тотынышын, шул вакытта аларның өс-башларын, киемнәрен карасыннар иде. Һәм инде сөйләм культурасын, һәрбер авызның әйтелешен кат-кат эшләсеннәр иде. Безнең шагыйрьләребезгә игътибарлырак булыгыз. Чөнки алар үзләренең күңелләрендә җыелган хисләрне, уй-тойгыларны халыкка җиткерәләр. Һәм менә без дә сезнең белән шушы өлкәдә эшләргә тиешбез. Хис-тойгылар безнең шигърияттә урын алырга тиеш балаларда менә хислелек булмады. Бәйрәмебез матур булсын, күңелле ял итик, киләчәктә конкурсларыбыз тагын да мулырак булсын. Мы продолжаем наш гала-концерт и представляем вам лауреатов второй степени. Фаттахова Асель, детский сад номер 355, город Казань. Габитова Раяна, дошкольно-образовательное учреждение номер 54, Звездочка, села Осиново, Республика Татарстан. Залялова Айзеля, дошкольно-образовательное учреждение 26, Дюймовочка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Загидулина София, дошкольно-образовательное учреждение номер 1, Ласточка, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Галиванов Инсаф, центр развития ребенка, детский сад номер 22, Алсу, город Альметьевск, Республика Татарстан. Хикматуллина Диля, детский сад номер 10, Созвездие, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Рябов Артем, образовательный центр Южный город, Самарская область. Фазылова Малика, детский сад номер 28, Лесная сказка, город Елабуга, Республика Татарстан. Хасанова Амелин, Федоров, Шигапов, Салимханов, дошкольное общеобразовательное учреждение номер 32, «Сказка», город Зеленодольск, Республика Татарстан. Переходим к возрастной группе 7-10 лет. Тюгунова Элина, школа «Яфталак», городской округ Самара. Исламова Инскрина, средняя общеобразовательная школа номер 81, город Челябинск. Арютина Дарья, образовательный центр Южный город, Самарская область. Болтикова Валерия, дошкольное образовательное учреждение имени Садыкова, Нижнекамск, Республика Татарстан. Кашапова Лиана, школа Яхталак, городской округ Самара. Ибатуллина Дарина, средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Республика Башкортостан. Галиулин Султан, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Ланцевич Маргарита, образовательный центр Южный город, Самарская область. Рамазанова Амина, город Нижнекамск, среднеобразовательная школа номер 31, Республика Татарстан. Кужеева Даяна, образовательный центр Южный город, Самарская область. Кадиркаева Амина,
средняя общеобразовательная школа села Верхняя Елизань, Пензенская область. Исхаков Ильшат, школа Яхталак, городской округ Самара. Исхакова Азалия, школа номер 7 имени Калашникова, городской округ Самара. Мигранов Роман, школа номер 83, городской округ Самара. Сулейманова Самира, Шагирданская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Зарипова Гульнас, средняя общеобразовательная школа села Алькино, Самарская область. Миннигалиева Халима, лицей номер 2, город Мамадыш, Республика Татарстан. Салихова Самира, татарский народный ансамбль Ялкын, город Чебоксары, Республика Чувашия. Князева Алена, образовательный центр Южный город, Самарская область. Сунгатулина Мадина, лицей номер 2, город Мамадыш, Республика Татарстан. Хасанов Абдулла, школа имени Мусы Джалиля, город Москва. Филимонова Ксения, образовательный центр Южный город, Самарская область. Сулейманова Самира, татарский народный ансамбль Ялкын, город Чебоксары, Республика Чувашия. Продолжаем знакомить вас с лауреатами второй степени, возрастная группа 15-18 лет. Шарипов Айшат, Казанский торгово-экономический техникум. Полушкин Ярослав, Магнитогорский строительно-монтажный техникум, Дом дружбы народов, Магнитогорск, Челябинская область. Муратова Розалина, Центр национальных культур «Планета», село Варна, Челябинская область. Сулейманова Лейла, школа Яхталак, городской округ Самара. Алеева Ильнара, Долгостровская средняя общеобразовательная школа, Республика Чувашия. Хунафин Ярослав, Дом дружбы народов, город Магнитогорск, Челябинская область. Мингазов Нияз, Комышевы мектебе, Энвер Давыдов, Энкеем. Мунгсуанып тұрған күзлеріне Энжиешлер туған Энкеем. Минім әйткен хербір сүзімеді Хошы болып тұрған Энкеем. Зәңгер урмандағы юл шотында Озатып қауды Киткен шағымда Киттім шолай. Мені күтті Энкей, Үзіліп күтті дилер күршілер. Бір күн ол аша Үткен бейік көп сырышын әлкеген күшілер. Әнейім тұқтатқан да бірсін, Күрмәдің мі мені мұлымна деп сыраған? Йок шоу дейеш, Әнкей бар бір деген. Бұл саудатны ие алып кіріп, Түші қимак білен сылаған. Біздің ол аша ойыларда Саудатуар көп өтіп ергеннер. Әнкейме саудат адасы деп, Бек яратып, Исім бергеннер. Оның саф, Ханнұрлы қарашынан Көп көңілер Жылы алғаннер. Әнейім Юлы берген сөгілерін ранец орда соқылап барғаннар. В завершении нашего гала-концерта встречайте под гром аплодисментов победители, лауреаты первой степени нашего конкурса. Детский коллектив «Томчалар», детский сад номер 148, город Казань, Республика Татарстан. Гильфанова Рената, детский сад номер 62, Весняночка, Набережные Челны, Республика Татарстан.
Москаленко Роман. Средняя общеобразовательная школа номер 56. Город Магнитогорск, Челябинская область. Мингазов Нияз. Средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Габдулханова Инна. Чайкинская общеобразовательная школа, Уинский район, Пермский край. Шарафутдинова Софья. Сельский дом культуры имени Халика Садри, села Старое Ермаково, Самарская область. Тучебаев Ильфат. Средняя общеобразовательная школа номер 56, город Магнитогорск, Челябинская область. Детский театральный коллектив «Хьял». Средняя общеобразовательная школа села Верхняя Юльзань, Пензенская область. Хасанова Абдулла, Садигова Айлин, Хузина Салиха Гульжавхар, Насирова Раяна. Школа имени Мусы Джалиля, город Москва. Курникова Виктория, академический лицей города Магнитогорска. Фатыхова Сюмбель и Фатыхов Данир. Кушманская основная общеобразовательная школа, Кайбитский район, Республика Татарстан. Галеев Алмаз. Средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Софиулина Валерия, Ловчиков Ростислав. Центр национальных культур «Планета», Челябинская область. Дадашова Аиша, школа Йоктылык, городской округ Самара. Козлова Альбина, средняя общеобразовательная школа села Камышла, Самарская область. Кунжанова Дарина, центр национальных культур «Планета», Челябинская область. Латыпова Нурия, средняя общеобразовательная школа деревни Сахаева, Республика Башкортостан. Аделгареева Ралина, средняя общеобразовательная школа села Зереклы, Шаранский район, Республика Башкортостан. Гайнетдинов Рашид, школа имени Мусы Джалиля, город Москва. Роберт Миннуллин, Татарларым, поэмадан үзік. Сізге дешем, ғазиз татарларым, олтынларым менім, талантларым, татарларым, сізні мақты-мақты, қорлығыплар бітті тамақларым. Татарларым, олып сатарларым, татарларым, ұқымшыларым, татарларым, бал қыртлары кіпік, Үш атлары кібік тұрышларым. Татарларым менім, тапқырларым, Чакыма ташылар кібік шыдамларым. Кім нәрсін әлі біз, көп мәсін әлі біз, Мен үчіне әлі чығалмадым. Көп мен санасаң да, ақтарсаң да, Татарымның милі қотланларын, Сонап кына бітірлік түгіл бұ дүнияның бітін татарларын. Уқылы чырлар, тұпылы чырлар кечкен, ұтылы чырлар кечкен татарларым. Евразия далаларға бұйлап, бүгінгіге күчкен татарларым. Скиф дәбіз, татар-монгол дәбіз, сармат дәбіз, уғыз, Хәзер дә біз, кім нәргіне болар едік хәзір, бір ұрылы болсақ әгер дә біз. Біз күпшақларының да, сүннәрінің де, біз нұғайларының да дәвәннәрі. Шул чырлардан келе татарларының патшалары, хәм дә ғаламнәрі. Болгарлардан, алтын урдалардан, хуанлыклардан қалған татарларын, заманында парижларыны алған
Берлинларны алган татарларым. Бізні алда нелер гіне кіте, біле алмабыз шыл, тілесек те. Біз, яши біз бүгін, татар келеш, біз, яшарге дейеш, келечекте. Татар юлы, улгасырлар юлы, татар юлы, ызын хэм котлаулы. Татар юлы, такыр булмаса да, Умен тапкыр, изге хэм мактаулы. Біз бар икен, біз татарлар икен, татар булып, куалык татарларым. Келечекте манкыр булып түгел, татар булып, куалык татарларым. Дорогие участники нашего межрегионального поэтического конкурса «Шигрия Даниасында». Вот и наступают последние минуты нашего гала-концерта. Мне хочется поблагодарить всех тех, кто был причастным к этому замечательному действу. Педагогов, родителей, участников, жюри, наших замечательной общественной организации, всех тех, кто помог в проведении этого конкурса. Уверен, что учение стихов, прикосновение к поэтическому наследию великих татарских поэтов сделает нас с вами и наших детей гораздо лучше. Убедительная просьба побольше участвовать в такого рода конкурсах, популяризировать нашу замечательную татарскую культуру, бережно относиться к наследию, которую нам оставили наши замечательные поэты. Вот и подошел к завершению наш гала-концерт. Мы говорим вам до свидания. До новых встреч!